У меня тут красная вильчатая самка собралась рожать в общем аквариуме. Я неожиданно увидел мальков во время кормления. Только собрался их отлавливать с помощью шланга и выключили свет. Очень неудачно. Пришлось зажечь свечку, фонарик вот достать на аккумуляторе и ловить как получится. Пока удалось поймать 8 штук. Вот они здесь в ведре. Боюсь, как бы остальных не поели. Поглядим. В итоге ночью удалось отловить 17 мальков. Причем одного из них на моих глазах прям малинезия схватила, пожевала и выплюнула. Ну, за ночь никто не умер, все живые, здоровые, кушают. Видно, что часть из них будут рубиновые, где-то треть, может быть, даже больше. У остальных черные глазки. У меня проблема, потому что некуда было их сажать. Я взял такую крышечку от тортика. Маленькая. Пока пусть посидят здесь, а там будет видно. Такие дела.